Рене Магрид в Челябинске. Само по себе звучит непривычно, немного странно и в то же время интригующе. Усиливает это ощущение фэшн-перформанс молодых дизайнеров, которые предложили гостям в день открытия выставки знаменитого бельгийского художника. Многие люди относятся к мусульманам как-то с презрением. Я хотела показать, что они тоже могут быть модными, что не нужно этого стесняться, но если ты родился, ты эту религию принял, то ты имеешь полное право на, ну, быть таким же стильным, модным. Я вдохновлялась птицей, это был Аист Марабу, точнее, это рассказ, роман Ирвин Куэлша «Кошмары Аиста Марабу». Вот. Эта птица, она, с одной стороны, олицетворяет легкость, с другой стороны, это строгость. Я пыталась это воплотить в коллекции, в крое. Также использовала немножко милитари стиль, это было видно в кольчуге, в цвете хаки, который к военной теме относится. И также я взяла крой рукавов кавказских народов. Вот. Это было просто как бы моя фантазия, моя интерпретация. Мода и искусство вдохновляют друг друга по меньшей мере с начала прошлого века. Эти коллекции с картинами Магрита объединяют реализм. У художника, например, он магический. Если вы посмотрите на работы, которые здесь представлены, в отличие от сюрреалистов, его работы не растекаются, они форм не лишаются. Мы видим обыкновенные, привычные предметы. Но их сочетание порой, ну, просто абсурдно, алогично, да. И Магрит, соединяя несоединимое в своих работах, да, и давая иногда названия, которые, до которых догадаться очень сложно, он пытается человека заставить стать философом. Несоответствие полнейшее, то есть девушка с цветами, такая вся нежная, называется там какая-то война, неоконченная война, или наоборот каменные люди, там что-то о фиалках, да, здесь несоответствие, то есть нужно задуматься. Необычные очень, конечно, необычные картины, и приходит в голову, что же у него было в этот момент, да, в голове, что его вот именно на такие картины сподвигло. Ну, потом присматриваешься, очень мне игра нравится, света, цвета, теней. Для меня все-таки классика ближе. С такими работами мы редко сталкиваемся, но я считаю, что такое искусство тоже нужно. Самой цитируемой работой Магрита является картина «Влюбленные». На этой выставке она представлена в оригинале, а вот «Сына человеческого» зрители увидели в трех вариантах – как часть экспозиции, в качестве афиши и формате перформанса.